Сроки голосования за участников городского конкурса «Снежная крепость» продлены. Теперь за понравившиеся снежные композиции волокжане могут голосовать до 28 февраля. И, конечно, воплощать свои творческие замыслы. Подробнее Анна Богачева. Для того, чтобы почувствовать себя скульптором и создать из снега крепость, фигуру или композицию, у волокжан остается ровно неделя. На конкурс уже поступило более 80 заявок, воплощены в жизнь 46 проектов. Больше всего в этом году участников вдохновила Олимпиада в Сочи. В детских садах города из снега создавались целые спортивные городки. Здесь и олимпийские кольца, и символы, мишка, заяц и леопард, и пьедестал, и даже снежный олимпийский огонь. А студенты и активисты молодежного центра «Горком-35» поселили символы Олимпийских игр прямо на деревьях в Кировском сквере. Здесь же сотрудники туристической фирмы города решили подарить волокжанам аллею отпускника для тех, кто мечтает о лете. Любовь к своим близким и своему городу символизирует вот это снежное сердце, которое создали студенты у своего общежития. Появились в этом году и яркие снежные ягоды возле одного из городских предприятий. Идей у волокжан еще много, поэтому прием заявок и голосование решено продлить. Активно на этой неделе подключились предприятия организации города и ТОСы. И поэтому было принято решение продлить интернет-голосование. Оно закончится в 17 часов 28 февраля. Сейчас в лидерах у нас два детских садика. Это «Ленок» и «Красная шапочка». Они набрали уже около 600 голосов каждый. И мы призываем волокжан поддержать своих любимцев. Впереди целые выходные, а это отличный повод провести его на свежем воздухе и построить с семьей или друзьями свою оригинальную фигуру из снега. Присылать фотографии работ можно на сайт вологда-портал.ру и сайт главы города Евгения Шулепова, глава вологды.рф. Авторы самых творческих и интересных идей получат специальный приз. Анна Богачева, Михаил Прищев, Вологда-портал.